Вот так. Снова здорово. Вот зараза. Откуда они берутся? Yeah.
Я нашла пару диктофонов. Может, получится задокументировать все, что происходит. Ну и хоть теперь есть повод поговорить. Пусть даже с самой собой. Ты меня той ночью сильно ударил. Синяк до сих пор болит. Я пыталась тебя покормить. А ты стал кричать, что я ворую твою еду. Ты хоть представляешь, какая я голодная? Я понимаю, что это у тебя от лихорадки, но... Я ведь ушла от тебя. Отошла на добрых 10 миль, а потом повернула назад. Как ты говорил? Спим вместе, едим вместе, срём вместе. Мы одна семья. Так что нет, я никуда не уйду. Боже, помоги ему выздороветь. Глупость какая. Черт. Так, спокойно. Спокойно. Ну, давай. Один. Ну, готова? Готова. Нифига себе! То-то. Эй, а солдаты не увидят, что мы тут свет зажгли? Не, снаружи огни не горят. Откуда ты знаешь? Цикада Мелани мне рассказала. Прикольная штука. Попробуем? Ладно. Да. Ты готова? Что мы делаем? Ух ты, ух ты! Райли, иди сюда! Нет, это без меня. Вот это да, я балдею. Ух ты! Давай, поднимайся, садись рядом. Ладно, подожди. Нет, 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 ух нет, ты! Нет, нет. Ну,
я же только села. Оживай! Отстой. Ну, а мне зато понравилось. О, я придумала. Что это? Что треугольник сказал кругу? Что это? Катись отсюда! Сучка, это же книжка каламбуров! Что сделал людоед, когда опоздал на вечеринку? Попросил плечики! На, это тебе. Знаешь, пожалуй, ты все-таки снова мой лучший друг. Так, к слову. Я же тебя знаю. Так, к слову. Ладно, ты готова? Давай. Однажды два галстука зашли в бар и залили за воротник. По-моему, неплохо. Вот это класс. Нет ничего круче поутру, чем вареное яйцо. Смешно. Да, смешно. Мне нравится. Я читаю книжку про гравитацию, и от нее просто не оторваться. Клево. Да, прикольно. Не то чтобы он не умел жонглировать, просто не хотел сверкать шарами. Люблю язык жестов, а то руки так и чешутся. Дурацкая. Правда, дурацкая. Я забыл, как выращивать бактерии, но они сами выросли. Да. Голодающие часы считают мгновение до обеда. О, да, врубилась? Да. Считают... Мгновение. Мгновение. Ага. Мне рассказали анекдот про амнезию. Но я не помню, о чем он. Недурно. Вампиренок не пришел из школы, потому что неожиданно получил кол. Ладно. Ладно, хватит. Это я пока уберу. Шутки в сторону. И как это работает? Мне кажется, там все сказано. Ну, вроде. Давай я. Нет, знаешь что? Давай ты. Ну, поехали. Выберем друзей. Как это мило. Я лягух. Тут персонажей не выбирают. Ты кролик. Давай назад. Останемся в друзьях? Вот мой лягух. Выбираю лягушку. Оп, сыр. Давай ближе, ближе. Ладно. Нет, рожки нельзя. А теперь страшно. Ближе, ближе. Так, давай мерзкие рожи. Давай. Надуваем щеки. Ну-ка, сделай глупое лицо. Давай. Теперь секси. Я такая. О, готово. Клёво. О, вот это круто. Что такое Facebook? Может, что-то типа скраббука? Введите имя. Что писать? Да что хочешь. Ну, фамилию свою, например. Так, и... готово. Вот. О, он делится. Нет связи с интернетом. Это как понимать? О, мы можем их просто распечатать. И мне. Заново. Ладно. Что?
да иди ты в жопу. Может, надо вдарить по нему? Ой. Ой-ой. Что это было? Мы ее сломали. Да, похоже на то. Ну? Ну? Пойдем дальше? Давай. Внимание! Через 10 минут начинается 6-часовая смена. Все рекруты должны прибыть на место службы. Как она меня бесит! Она может нормально говорить? Вот правда. Я бы говорила так. Внимание! Через 10 минут начинается 6-часовая смена. Так, давай я теперь. Все граждане обязаны постоянно иметь при себе удостоверение личности. Докладывайте местному администратору обо всех людях с симптомами болезни. Помните, бездействие смертельно опасно. Да, так было бы в 100 раз лучше. О, ничего себе! Я же говорила. Нет, неужели не работает? Не работает. А я думала, что сейчас поиграю. Так, давай. Как? Так, иди сюда. Закрой глаза. Давай. Ладно. Вот тебе управление. Это удар рукой, это ногой, а это блок. Ладно. Сначала тебе надо выбрать героя. Ты выбрала безжалостную, убийственно красивую воительницу по имени Angel Knives. Это я все должна представить? Глаза. Ну хорошо. Она стоит у храма тьмы, древнего таинственного здания, где проходят турниры бессмертных. Твой противник, черный клык, выходит из храма. Он супер накачанный белый чувак с 3 руками. Он хочет пустить тебе кровь. Он встает в стойку и врубается музыка. Готова? Давай. Первый раунд. Старт. Начинается первый раунд. Черный клык бросается на тебя и проводит двойной удар. Прыгай! Нет, нажми вверх. Вот так. Он промахнулся. Ты позади него. Скорее бей его в спину. Мощно врезала ему локтем, сняв 15% здоровья. Да! Он разворачивается и проходит прием «Черная лапа». Что делать? Зажми назад и блок. Когда он проводит комбо, ты выставляешь локти. Ты скользишь назад, но урона не получаешь. Последний блок выводит его из равновесия. Он может встать в любую секунду. Скорее делай вознесение. Круто. Он тебя схватил. Куда? Что-то схватил. Удар рукой, блок, пинок. Это шквал клинков. Надо одновременно нажимать. Встать, блок. Давай спецприем. Вниз, вперед, удар рукой. Так, вломи ему. Зверская комбо. Ah!
Добей ее! Черный клык поднимает тебя в воздух, откусывает голову и трясет твоим трупом, словно куклой. Повсюду кровища. Да. Он выплевывает твой череп. О, жесть! Проиграла. В другой раз повезет. Ну как? Неплохо. Да кайф же! Ну, типа того. Ты слышишь? Слушай, нам пора назад. Мне пора назад. У тебя времени полно. Райли, если я опять накосячу, меня оттуда попрут. А завтра тогда продолжим. Я не смогу. Ну, тогда в другой день. Ладно, а когда же? Мне приказано уходить. Откуда? Из Бостона. Меня перевозят в отряд в другом городе. Я просила, чтобы меня оставили здесь. Но ты же знаешь, Марлин. Она спуску не дает, всех испытывает. Меня заберут завтра. Ясно. И все? А что я должна сказать? Не знаю, дай дружеский совет. Я серьезно. Зачем мы здесь? Хотела повидаться. Нет, зачем мы здесь? Не знаю. Не знаю. Хочешь совета? Уходи. Давай, попрощаемся и все. Пойду гляну, что за музыка. Райли! Райли! Твою мать! Ну куда она делась? Райли! Райли! Ты такое когда-нибудь видела? Больше не разговариваем? Не знаю, сама решай. Слушай, хватит на меня дуться. Это я должна дуться. За что? Я просто спросила совета. С каких пор тебе важно мое мнение? Мы дружили. Мы были больше, чем друзья, а потом ты послала меня в жопу и смылась. Ты весь день. Тебя совесть мучает? Хочешь загладить вину? Я тебя прощаю. Я сейчас должна быть на другом конце города. Если меня, цикаду, тут схватят, мне конец. Не из-за мук совести я пробиралась через заставы, Элли. Да, я натворила такого, что теперь вроде как и не исправишь, но... Я пытаюсь. Кстати говоря, те водяные ружья, о которых ты мечтала. Меня из-за них чуть не грохнули. Сюрприз. Ладно. Сначала
я тебя уничтожу. Потом поговорим. Ох, я тебя замочу. Давай, попробуй, цикада. Что, страшно? Элли, идем! Нравится? Подлюга. Ага. Ну, блин. Бу, я тебя замочила. Что? Да ты и не попала. До нитки. Ладно, считай до пяти. Я спрячусь и начнем охоту. В кого первым попадут, тот проиграл. Ладно. Закрой глаза. Раз, два, три... 4, 5. Готово? Гадство. Ну что, до двух побед? Давай, иди уже. Раз, два, три, 4, 5. Тебе конец. Зараза. Так тебе и надо. Так тебе и надо. Да, знаешь что, тебе просто повезло. Повезло? Да. Хочешь еще разок? Я хочу, но... Тебе пора идти. Мне пора идти. Ну ладно, хорошо. Давай я хоть провожу.
Давай. Сейчас я только рюкзак возьму. Эй, слушай. Я тогда злилась, но я серьезно. Уходи. Ты ведь так давно этого хотела. Это твоя мечта. Мне ли тебя держать? Кому, если не тебе? Нет, прошу, не уходи. Я без тебя не смогу. Переживу. И ты переживешь. И мы с тобой еще увидимся. Оставь их себе. Мне-то они зачем? Ты все таскаешь этот плеер? А то. Покажи. На. И что там? Там твоя кассета. Да, тебе без меня будет тяжко. Заткнись. Брось все, пойдем. А куда? Увидишь. Вот оно. Ты что? Да ну, иди сюда. Залезай ко мне. Вот тупость. Давай. Эй, ты чего? Эй, что-то не так? Не уходи. Что теперь? Разберемся. Но вряд ли Марлин согласится. Стой! Райли! Джоэл! Черт. Черт! Какого хрена? Мое. Спокойно. Что мы тут делаем? Кому нахер нужна эта девчонка со стариком?
Чем быстрее их найдем, тем быстрее свалим. Надо тут все обыскать. Я ищу здесь. Зайди сзади. Разделиться! Черт! Черт! Держись, я тебя спасу, Джоэл. Ребята хотят драки? Я им устрою драку. Я вернусь к Джоэлу, заштопаю его, а потом свалю отсюда нахрен. Ну и куда? Вот засада. Да. Тут как в морозилке. Я последний выживший член отряда. И мне суждено сдохнуть в вентиляционной шахте. Риган... А чего ты от меня ожидала? Меня укусили. Все равно, в конце концов, она бы меня прикончила. Хоть я и не заразился. Она сказала, что не станет, но... По глазам я все понял. Иначе зачем она потянулась за пистолетом? Какого хера она потянулась за пистолетом? Я же с ней просто разговаривал. Если бы она не врала, мне не пришлось бы ее бить... Она бы меня застрелила. Это точно. Тогда чего же она тебя раньше не убила, Элис? А? Да, неважно. Я ее застрелил. И убежал. И от этих тварей отбился. Так вот. Швы на моем обрубке разошлись. Я истекаю кровью, но рану зашить не могу. Одной рукой не могу. Узелок не затянуть. Риган. Как холодно. Я немножко передохну. Thank you.
тут смотрели? Как же они достали. Зараженные. Подожди, Масамир. Богу, вы пришли. Пришли, что ты сделал? Их тут полно. Мы их выкурим. Только прикрой. Есть еще желающие? Нет? Хорошо. Ну вот, придется обходить. Так.
Что это? Эй, ребят, нашли что-нибудь? Хрена. А с чего вы взяли, что они здесь? Мы все кругом обошли. Лошадиный след обрывается здесь. Они здесь. Может, они уже подохли? Тогда найдите их трупы. Ладно. Она там! Блюдки! Зараженные! Один есть! Сожрите друг друга, уроды! Так, вот и все. Thank you.
Да-да, сейчас откроем. Вы смотрите в оба. Вдруг это западня. Они его убьют. Надо что-то делать. Срочно. Срочно.